Кировская область примет два этапа Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп», сообщили в Министерстве спорта и туризма региона. С 14 по 16 декабря состоится третий этап Кубка России по лыжным гонкам. А с 20 по 24 декабря – четвертый этап Кубка России. В рамках третьего этапа 14 декабря пройдет спринт, а 16 декабря – гонка классическим стилем на 5 и 10 километров. С 20 по 24 декабря в рамках четвертого этапа состоятся гонки классическим и свободным стилем, а также спринт и скиатлон. Вход на соревнования свободный.